С потенциалом нашей страны сегодня знакомился экономический и финансовый центр Великобритании и Европы. В Лондоне прошел белорусский инвест-форум. В качестве его площадки выбран престижный институт директоров, клуб, который объединяет владельцев и топ-менеджеров преуспевающих фирм. Работу на форуме разделили на несколько блоков – макроэкономический и инвестиционный. Глава белорусской делегации, председатель правления Банка развития Сергей Румас отметил главную цель – открыть Британии новую Беларусь и преимущества для инвесторов, европейские законы, либеральные налогообложение и выход на рынки ЕЭП. К сожалению, мы сталкиваемся со многими стереотипами. И с одной стороны, а с другой стороны есть определенный вакуум. Бизнесмены не знают, что, придя в Беларусь, ты получаешь доступ на весь рынок Евразийского экономического союза. И наша задача, задача чиновников, банкиров, объяснить преимущества иностранным инвесторам, финансовым институтам. Мы готовы ответить откровенно на все вопросы, которые задают, включая неудобные вопросы. И те встречи с инвесторами, с инвестиционными фондами, которые у нас проходили вчера и позавчера, говорят о том, что они понимают нас, когда мы им это рассказываем. Кроме того, достигнута договоренность о создании Совета делового сотрудничества Беларуси и Британии. Первое заседание пройдет уже в следующем году, а в этом Беларусь посетит делегация деловых кругов Соединенного Королевства. О чем еще договорились на форуме в Лондоне, смотрите в 9 вечера.